Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Пасяўная на старте. Сяўбу яравых культур распачалі ў 6 районах вобласці. Дзеці ў бядзе. Сёння ў Гомелі абмеркавалі дзейнасць суб'ектаў профілактыкі. Час глядзець кіно. У рэгіёне пакажуць навінкі і лепшыя фільмы расійскай вытворчасці. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Сёння прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка правёў шэраг кадравых назначэнняў. Міністрам лясной гаспадаркі стаў Віталь Дрожжа. Да гэтага ён займаў пасаду дырэктара нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры». На сустрэчы з новым міністрам кіраўнік дзяржавы закрануў тэму лесаднаўлення, запатрабаваўшы высаджваць у краіне больш саджанцаў на пустуючых тэрыторыях, а таксама замест высечаных дрэў. Адна з ключавых задач таксама – навесці парадак у сферы лясной гаспадаркі і выкараніць ашуканскія схемы продажу драўніны. Намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта назначаны Уладзімір Жаўняк, які да гэтага працаваў у Нацыянальным цэнтры заканадаўства і прававых даследаванняў. Перад ім Александр Лукашэнка паставіў задачу зрабіць сістэму ідэалагічнай работы ў краіне больш сучаснай. Новы кіраўнік з'явіўся ў беларускага тэлеграфнага агенства. Гэтую пасаду заняла Ірына Акуловіч. Яна ўзначальвала тэлерадыёкампанію «Магілёў». Звяртаючыся да новага кіраўніка Белта, прэзідэнт заявіў, што разлічвае на новую прыступку ў развіцці тэлеграфнага агенства. Шэсць раёнаў Гомельскай вобласці распачаліся ў буяравых. Сёлета пад гэтыя культуры ў рэгіёне адведзена больш як 160 тысяч гектараў. Апрача таго, у сувязі з позняй вясной, у сярэдзіне красавіка, сельгаспрадпрыемствы павінны будуць пачаць сяўбу кукурузы. Алег Сінцроў пацікавіўся планамі гаспадарак Добрушскага раёна. Пакуль гэта першыя гектары, але незалежна ад засеяных плошчаў, ужо можна сцвярджаць, палявыя работы на Гомельшчыне распачаліся. Сёння на палеткі пасяўная тэхніка выйшла ў Ейскім, Добрушскім, Жыткавіцкім, Лецецкім, Мазырскім і Петраркаўскім раёнах. Практычна ўсюды вядзецца падрыхтоўка глебы. Іншая справа, што яшчэ шмат пераўвільготненых палеткаў, але прыкладна праз тыдзень яны павінны быць гатовыя да сяўбы. У сельгаспрадпрыемствах праблемы з гэтага не робіць. Летась, кажуць, сеялі хоць і раней, але практычна ў сухую глебу. Мы абычна испытываем трудности, недостатки влаги. На сегодняшний день, я думаю, этот год более урожайным скажется, хотя и запаздываем сева. Працовный день механизатору 7 годин раницы до 20 вечера. Весна поздняя, а тому термины сёбы зерневых сиплые, а прычатого у середине красовика пашнется еще и сёба кукурузы, что створит додатковые нагрузки на технику и людей. Хоть сами работники сельгаспрадпрыемства на напруженный график не скардятся, у речи посевная это махчимость добра зарабить зараз и створить задел на весь год. Коли Добрский район выконает запланованные вязковцы с могут различивать на поляпшение добробыту. Старшиня райвыконкама Ольга Мохрова называет эти планы амбициозными. 100 тысяч тонн сборжа без улику кукурузы. Людям надо заработать копейку. С этого люди живут. А мы должны обеспечить их всем необходимым, чтобы работа шла и получить конечный результат. Мы все работаем на конечный результат. Но кроме этого и моральное удовлетворение, что ты нужен, что от тебя многое зависит. Вот я как председатель понимаю, что люди, спокойствие социальное какое-то, вышли в поле, все заняты. До початку полевых работ у Добрском районе рыхтовались грунтовно. До выхода на палетки сегодня готовая вся энергонасыщенная техника, за выключением одного трактора. Отремонтованный руховик для его привезут у понеделок, а тому у сяўбе примут удел у все машины. Сегодня без их выкористания разлечивать на поспех немагчыма. Без сучасной техники зараз у сельской господарства никак не обойтись. Могутность у этого трактора беларусь для 250 конских сил. Для параўнання ў усіх вёсках, якія знаходзяцца на тэрыторыі акцыянернага таварыства «Чырвоная Буда», зараз налічваецца каля 20 коней. Ні аб якіх маштабных работах з іх дапамогай размова, зразумела, не ідзе. Адначасова з пачаткам палявых работ у раёне арганізавана двухразовае харчаванне механізатараў. Дзеля эканоміі часу стравы праводзіць непасрэдна на палеткі. Сёння на абед у акцыянерным таварыстве «Чырвоная Буда» рассольнік і макароны з катлетай. Алег Сінцроў, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель», Добрскі раён. Беспадстаўна апынуцца ў ліку сацыяльна небяспечных сямей сёння немагчыма. У цэнтры ўвагі спецыялістаў дзеці і іх лёс. У нашай краіне рэалізуецца прававая сістэма ўзаемадзеяння ўсіх суб'ектаў прафілактыкі ў пытаннях выяўлення непаўналетніх, якія апынуліся ў неспрыяльнай сітуацыі. У мінулым годзе ў Гомельскай вобласці пад увагу трапіла больш за 5 тысяч дзяцей. Бацькі многіх з іх лічаць пастаноўку на ўлік пакаранням, а калі даведацца аб умовах іх паўсядзённага жыцця,
там, то вынік напрошваецца зусім іншы. Тэму працягне Яўгенія Кухаронак. Прэс-канферэнцыя для сродкаў масавай інфармацыі. За сталом сабраліся прадстаўнікі дзяржаўных органаў і структур, зацікаўленыя ў своечасовым выяўленні дзяцей, якія апынуліся ў неспрыяльнай сітуацыі. Тут гаворка ідзе аб дапамозе непаўналетнім юнакам і дзяўчынкам, іх бацькам і ўвогуле сем'ям. За кожным случаем, за кожным пастановкай ребёнка несовершеннолетнего в СОП, судьба, решать которую нужно очень и очень аккуратно и очень осторожно. Есть официальные и обґрунтованные критерии постановки детей на улик социально небезопасных. До прикладу, регулярные спрыжки батьков в стане алкогольного опьянения, отсутность належной ежи и необходимого одения у молодших членов семьи, физическое насилие. Пропустить такое немахчимо и нельга. При выявлении критериев социально опасного положения, которые могут привести, скажем так, к резкому ухудшению здоровья за очень короткое время, мы информируем сразу. Мы информируем о том, что у нас есть подозрение. И дальше уже комиссионно рассматривается, подтверждается наше подозрение или нет. Самое главное – заострить увагу и оказать допомогу, бо может здариться незворотное. Если кратко проанализировать структуру преступлений из тех 18, что в прошлом году были совершено, 7 преступлений – это предусмотренная статьей 186 Уголовного кодекса «Угроза убийством». Как правило, это преступления, которые происходят в семьях, где родители употребляют спиртные напитки, где на этой почве происходят какие-то скандалы, кто-то один из родителей или оба могут высказывать угрозу, я там тебя убью, там еще что-нибудь, там за топор схватиться, за нож и так далее. То есть, естественно, такая статья носит превентивный характер, но мы считаем, что лучше таких родителей привлечь к уголовной ответственности, чем ждать, что в отношении ребенка будет совершено какое-то реальное тяжкое преступление. И, к сожалению, второе место, тоже 7 таких преступлений совершено было по популярности, в кавычках, это преступление против половой неприкосновенности, именно в сфере семейно-бытовых отношений. Створенная у Гомельской области система работы с несприяльными семьями по выниках работы за 2017 год показала лепшие выники Украине по профилактике социального сиротства. От года в год повеличивается колькость детей, яких сняли из улику в связи с выправлением ситуации у семьи. Поменьшается колькость неполнолетних, яким потребуется державная оборона. Снижается показчик по сбавлению батьковских правов. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Уголовном управлении юстиции прошло посяджение круглого стола по актуальных питаниях у сферы риэлторской деятельности. На парадку дня – обмеркование особливостей у реализации норм декрета номер 7. Нагадаем, документ минимизовал умешательство державных органов, у тем лику контролирующих у приватный бизнес. Разом с этим Министерство юстиции лечит себе отказным за працу каждого, кому выдала лицензию. И тут на первый план выходит их добросумленность. Риэлторские послуги социально отказный бизнес. При том, что риэлторы находятся у системе юстиции, им доверяют. Однако есть и особы, которые этим за лишнее користаются. До прикладу рекламуют объекты нерухомости у лепшем выгляде, чем есть на сам реч. Примушают людей до подпису договоров, притягивают до працы особ, которые не имеют отповедной квалификации. Как позбегнуть таких выпадков, проблемы необходимо выносить на широкое обмеркование. Кардинальные изменения они затронули не только риэлторскую деятельность, они затронули в целом предпринимательскую деятельность. Вот. И посыл декрета таков – максимально все упростить, дать свободу бизнесу, дать людям работать. Контролерам, надзирающим органам вмешиваться только в тех случаях, если нарушаются права, законные интересы граждан и государства. По доручению керовника державы работники МНС проверили гандлевые центры Беларуси. Головная увага – питанием безопасности. У Гомеле проверка прошла на 21 объекте. Как поведомили у городском отделе по надзвичайных ситуациях, выявлены шерох типовых порушений. Сирот их – несправность первичных сродков пожаротушения и системы оповящения. Загрувашивание шляхов эвакуации. У особных объектах планировка гандлевых зон не отповедает проектной документации. Не все смогли забеспечить и свободный подъезд до будинка для аварийно-вратовальной техники. По выявленных порушениях распочаты административный процесс. Подробязная информация об выниках проверок размещена в выгляде интерактивной карты на официальном сайте mns112.by.
У Гомеля у великодную ночь транспорт будет працавать до половы четвертой годины раницы. У ночь с 7 на 8 красавика с центра можно будет добраться у любой район города. Как поведомили у гарвыканкаме, на маршрут выйдут автобусы 1, 12, 20 и 35 маршрутов. Так само будут працавать троллейбусы 10, 16 и 20. Для жадающих приехать у собор святых Петра и Павла на уласном транспорте до 4 годин раницы 8 красавика на площади Ленина будет организована часовая парковка. Гомельский державный университет имя Франциска Скорины будет супрацовничать с высшими научальными установами Судана. Домовленности досягнуты подчас визиту делегации белорусской научальной установы у эту африканскую краину. У планах обмен студентами и выкладчиками, проведение совместных доследований. Как поведомляет сайт ВНУ, у супрацовничестве с Гомельским университетом зацикавлены 5 высших научальных установ Судана. У гомельских студентов позаплановые весновые каникулы. У областном центре прошел региональный этап республиканского фестиваля мастацкой творчести «Молоди арт-вакации 2018». Лепшие коллективы и индивидуальные выконавцы хореографичного, вокального, фольклорного, инструментального и театрального жанров продемонстрировали свое майстерство на сцене Белорусского гандлево-экономичного университета споживецкой кооперации. Сёлетний девиз фестивалю «Молоди творчесть. История будущего». Тому юнаки и дзяўчаты часто выкарыстоўвалі у нумарах самобытные народные мелодии и ритмы. Гэтым яны подтвердили, что сучасная молодь уважливо ставится до традиций своей родимы. Команды выдатно представили свои навучальные установы. Як отзначили члены журы, можно не сумневаться, наша будучыня у надейных руках. Самая главная цель арт-вакации – это стимулирование творческой активности студентов. Творческой активности во всем. Быть лидером, быть социально активным, быть социально отзывчивым, быть волонтером, быть поэтом, писателем, хореографом, драматургом. Современные студенты умеют все, потому что они творческие. З нагодой яднання народаў Беларусі і Расіі Гомель кінавідэапракат арганізуе правядзенне дзён расійскага кіно. У кінатэатрах вобласці ў гэтыя дні дэманструюцца як новыя расійскія фільмы, так і стужкі мінулых гадоў, якія прыйшліся да спадобы гледачам. Сярод навінак пракату – камедыя «Канікулы прэзідэнта» і містычны трылер «Гоголь Вий». Гэтыя фільмы будуць дэманстравацца ў лічбавых кінатэатрах. Таксама ў увазе гледачоў прапануюць папулярныя фільмы расійскай вытворчасці «Салют 7». «Три волоты» и «Принцесса Египта», «Цуда Юда», «Час перших» и іншие. С любовью каждый родок. У Гомелі прошел юбилейный вечер письменницы и журналистки Евы Дударгі. У профессийную литературу библиотекара-библиографа по специальности провели любовь до книги и выдатные здольности. За повесть «Спадчинница» яна отримала областную литературную премию имя Кирилы Туровского. У ее творчести переплетаются истории и сучасность, мистика и фольклор, выразная мастацкая мова и тонкая ироничность. На протягу 10 годов Ева Дударга керуя литературу культурным объединением «Пролеска». Створая уласный виртуальный часопис для жанчин «Душа Грейка». А кроме того, Ева Дударга – редактор газеты Гомельского державного медицинского университета 36,6. Газета отнимает большой кусок времени, потому что я сама заполняю, снимаю, пишу, верстаю. И уже на выходе получается готовая газета. Мне говорят, как ты, вот кто тебе помогает? Я говорю, главное, чтобы не мешали. Поэтому поддержка семьи – это важно. И поэтому, вот, наверное, я пытаюсь ее успеть. Ну и рабочий день у меня такой большой, часов 12. До своего юбилею Ева Дударга собрала под одной вокладкой лепшие публикации о повести и оповядании. Назвала новую книгу «Але ты не сможешь отмовиться». У дальнейших планах энергичной письменницы скончить распочатые творы, заняться ткацтвом и самостойно зарабить гобелен. Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры «Дэ-факты» спартыўны агляд. А я з вамі развітваюся. Добрых вам навінаў і да новых сустрэч у эфіры. Эфір телеканала «Беларусь-4» продолжает «Дэ-факты». В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте.
В связи с устойчиво теплой погодой паводка и обстановка в области продолжает усложняться. Работники МЧС круглосуточно ведут мониторинг. Неприятности жителям приносят как реки, так и талые воды, заполнившие низменные участки суши в населенных пунктах. Подтопление из-за подъема уровня воды в реке Припять зафиксировано в двух районах области. Уже зафиксированы подтопления паводковыми водами на территории двух районов. Это Петриковский и Мозырский. На территории данных районов подтопленными оказались 8 участков автодорог и 13. Проезд по затопленным дорогам возможен грузовым транспортом либо автомобилями повышенной проходимости. Также добраться можно по объездным дорогам. На территории Гомельской области за прошедшие сутки зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека получили телесные повреждения. В Лельчинском районе 40-летний водитель, двигаясь на мотоцикле «Хорс Альфа XL» со стороны Лельчинского направления деревни Краснобережье, получил травмы в результате падения на проезжую часть. Из-за внезапного разрыва заднего колеса управляемого транспортного средства произошло падение на проезжую часть дороги. В результате происшествия водитель был госпитализирован в Лельчинскую районную больницу. 44-летний пассажир после оказания медицинской помощи был отпущен домой. За прошедшие сутки сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области выявлено более 700 нарушений правил дорожного движения, 9 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 26 не имея на то прав. Еще 93 водителя нарушили скоростной режим. Предприимчивый гомельчанин попался на незаконной торговле алкогольной продукцией. Ассортимент напитков достаточно широк – от марочных вин до рома и виски иностранного производства. Сотрудниками милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что неработающий гомельчанин 1959 года рождения хранил по месту жительства с целью сбыта спиртосодержащую жидкость и алкогольную продукцию производства Российской Федерации в ассортименте. Всего из незаконного оборота изъято около 750 литров спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции на сумму свыше 7 тысяч рублей. В отношении жителя поселка «Новая жизнь» составлен административный протокол. Помимо конфискации товара, гомельчанину грозит штраф в размере от 10 до 100 базовых величин. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Мини-футбольные сборные Беларуси и Литвы разошлись миром во втором товарищеском матче. Игра проходила на территории соперника белорусов. После поражения в первом поединке со счетом 0-3. Хозяева сделали выводы, и повторная встреча выдалась более напряженной. Все голевые события произошли во втором тайме. На 24-й минуте Макутановичус вывел литовскую дружину вперед. За 5 минут до финальной сирены белорусы перешли на игру в 5 полевых. Эта тактика принесла успех. Скворчевский замкнул прострел Щербича вдоль ворот 1-1. Напомню, что в составе нацкоманды в спаррингах с литовцами принимали участие 3 игрока гомельской дружины ВРЗ. Евгений Чернейко, Дмитрий Рябцев и Владислав Селюк. Баскетбольный клуб «Гомель-СОЖ» продолжает сражение с лидерами белорусского женского баскетбола на втором этапе чемпионата страны. На этот раз в гости команде Сергея Кулешова пожаловал столичный «Горизонт». Первая четверть хозяйкам паркета удалась. 13-13 на табло к первому перерыву. А вот в следующие 10 минут игрового времени на площадке доминировали минчанки, выиграв четверть с преимуществом в 20 очков. После большого перерыва гомельчанки уперлись и навязали сопернику борьбу. В счете подтянуться не удалось, однако и соперника далеко не отпустили. Заключительные 10 минут вновь прошли под диктовку подопечных Натальи Трофимовой. Финальная сирена зафиксировала победу «Горизонта» 76-38. В субботу 7 апреля гомельчанкам предстоит вояж в Гродно и поединок с местной «Олимпией». В турнирной таблице «СОЖ» замыкает сильнейший квартет. На первой строке «Цмоки Минск». Гандболистки Гомеля добыли очередную победу в чемпионате Беларуси. Команда Томаша Чатера без особых усилий обыграла витебчанку 43-23. Следующий поединок Гомель проведет уже в ближайшую субботу, 7 апреля. Соперник – столичный БНТУ «БелАЗ». Это будет 5-я встреча лидеров белорусского женского гандбола в нынешнем сезоне. Перевес пока на стороне команды Константина Шароварова. 2 матча остались за минчанками, еще 2 завершились в ничью. Ближайший поединок пройдет на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало в 17:00.
Во втором туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги футбольный клуб «Гомель» сыграет в Могилеве. Соперник команды Вячеслава Геращенко – местный Днепр. Поединок пройдет завтра на стадионе «Спартак» и начнется в 20:45. На старте турнира «Зелено-белые» сыграли в ничью со Слуцком 0-0. А могилевчане обыграли «Городею» со счетом 2-1. Кстати, «Гомель» не проигрывает Днепру с 2013 года. Победная серия составляет уже 7 матчей. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь с нами. Беларусь 4.